Привет, с вами Сакура. Сегодня будет обзор на покупочки и подарки из магазина Ив Роше. Не интернет-магазина, а именно магазина, который мы посетили с мужем в торговом центре. Конечно же, там сейчас все готово, подарки, какие-то наборчики к наступающему Новому году, обезьянки. И просто глаза разбегаются. Что же выбрать? Плюс вчера до сих пор действовала акция «Черной пятницы», и поэтому там еще были скидки. Вот такой вот наборчик замечательный мы выбрали. Это из лимитированной коллекции. Пряные цукаты. У меня серия «Апельсин и миндаль». Есть еще серия «Апельсин и корица». И я выбирала между той и той серией. Это более такой желто-медовый дизайн, там же коричневый. И скажу честно, что тот мне не понравился. Мне не понравилась эта коллекция. Почему? Потому что она излишне приторная, сладкая. И даже если поначалу она кажется очень приятной, то потом я думаю, что постоянно, регулярно пользоваться ей будет как-то не по себе. Ну, по крайней мере, я не люблю такие навязчивые ароматы. Этот же аромат очень нежный, приятный, теплый, согревающий. И я просто без ума от этого набора. Давайте же я вам расскажу о нем. Вот такое вот мыло, здесь 200 миллилитров. Довольно-таки густое, не как вода. Обычное мыло для рук. Думаю, что оно еще будет хорошо ухаживать. Поэтому, конечно же, с удовольствием буду им пользоваться. Поставлю в ванную. Вот такой вот бальзамчик для губ. Он закрыт. Давайте его с вами откроем. Я уже посматривала в начале видео. Тут действительно указано, что коллекция лимитированная. Как называется именно коллекция? Все очень интересно и познавательно описано. Вот так вот выглядит бальзамчик. Очень милый, внутри белый, довольно-таки длинный. Я не особо любитель бальзамов, так как на выход я пользуюсь помадами, но скажу вам, эта вещь незаменимая, потому что иногда мы бежим в магазин, который находится рядом, либо же выходим на балкон, и именно вот таким вот бальзамчиком можно накрасить свои губки на ходу даже и не бояться, что они потом обветриваются. Тоже буду с удовольствием пользоваться. Это крем для рук. Здесь у нас 75 миллилитров, и я хочу просто, я не знаю, наверное, оду целую спеть этому крему. Он просто волшебный. Мало того, что он имеет просто божественный запах, очень нежный, ненавязчивый, он легкие по консистенции. То есть, как можете видеть, он весьма легкий по консистенции. Да, это увлажняющий крем, я вам скажу даже на ощупь. Там не написано, к какой категории он относится, питательный, либо же увлажняющий. Просто написано крем для рук. Но я вам скажу, что это увлажняющий крем, то есть он не плотный, он легкий. И именно такие крема я просто обожаю. Иногда я покупаю крема для рук, и где написано, что он увлажняющий, но когда наносишь на руки, ничего этого не чувствуешь, чувствуешь какую-то жир на руках. А это просто божественный крем. Я, наверное, куплю еще один такой, просто запасусь, потому что эта коллекция лимитирована, и она не всегда будет в наличии. Крем просто обалденный. Я готова ему петь оды и просто восхищаться. Очень-очень классное средство. Вот так вот в течение всего дня нанести на руки. Он очень быстро впитывается, классно пахнет. Просто вещь шикарная. Следующий вот такой вот тюбик. Это у нас здесь 200 миллилитров. Это гамаш. Гамаш гель для душа. Я такие гамаш, скрабы использую для проблемных зон, которые бывают у женщин. Не мажу ни все тело, не купаю, потому что вот здесь есть такие вот частицы. И для проблемных зон очень хорошо, и кожа становится очень мягенькая, такой гладенькая, приятная на ощупь. Я с удовольствием попробую его.
и думаю, что будет классная вещь, потому что запах у меня просто этот сводит с ума. Именно этой серии просто шикарный запах. Ну и, конечно же, гвоздь программы — это такая вот милая обезьянка, огненная, просто она просто волшебная, она такая мимишная, очень мягонькая, приятная, на ощупь не передать словами, это просто какая-то прелесть. Она будет украшать любой дом, приносить позитивные эмоции, она такая милая, очень-очень мне нравится. И весь этот наборчик находится в такой вот корзинке, очень милой и симпатичной, которую в дальнейшем я буду использовать. Там были разные корзинки, были плетеные корзинки, именно корзинки с ручкой, были как подложки такие плетеные, и были вот такие вот корзинки. Они из металла с бантиком золотистым. Мне вот такое вот оформление больше всего нравится. Если честно, я не люблю плетеные корзинки, как-то это не в моем стиле. А вот такая вот штука, обязательно я ее для чего-то приспособлю. В любой комнате, для чего угодно. То есть и для ванны можно приспособить, и для косметики, и даже для кухни. Ну, она мне очень нравится. Я думаю, что-то косметическое будет здесь лежать. Классная вещь. Вот такой вот наборчик мы купили. И нам сказали, если у нас карта магазина Ив Роше, когда-то у меня была давно карта, но она где-то пропала, потому что я потом покупала уже через интернет-магазин все. И мне предложили завести карту. Что самое интересное, карта у них сейчас другого формата. Вот такая вот карта. Раньше они были совсем другие, надо были какие-то штампики за каждую покупку наносить, квадратики, тут было все, какие-то квадраты, потом собирать, обменивать их на подарки. Сейчас же это сделано, как я понимаю, просто обычная карта скидочная. И сказали за то, что у меня не было карты, я открываю новую, мне дадут подарок. Подарок дали вот такие вот ватные диски, 50 штук, Ив Роше. Вещь нужная в каждом доме. Всегда, особенно любой девушке, они у меня очень быстро уходят. То есть это снять лак, тоник, косметику снимаешь. Всегда-всегда надо. Тоже мелочь, но приятная. Ну вот мы уже собрались платить, и нам сказали, ну вы понимаете, вы можете получить подарок, вот вам совсем-совсем-чуть-чуть не хватает до определенной суммы сделать покупку какую-нибудь. И мы очень спешили, и я уже, ну давайте, я что-то у вас возьму. В общем, я приобрела вот такой вот лак. Он красивого цвета. Мне очень нравятся кисточки в Роше, то, что они такие большие, широкие. На самом деле, мне очень удобно красить ногти. Это лак цвет мокрого асфальта. Как я говорю, и как здесь написано, серая полынь. Мне очень понравился такой цвет. Я давно хотела приобрести именно лак вот такого цвета мокрого асфальта. Не просто серого, светло-серого, а вот именно темного серого. Я попробую и надеюсь, что он мне понравится. Вот, мы приобрели это все и нам дали подарок. Так, у коробки два бокала идут в подарочек. Сейчас я открою коробку и вам покажу, что они из себя представляют. Два вот таких вот бокала мы получили в подарок. Мне нравится такая посуда. Она минималистичная, простая и в то же время элегантная. То есть у нас дома не было таких бокалов. И это как раз, кстати, тем более к Новому году актуально. Мы сделали покупки, нам подарили подарки. Мне это было очень приятно, и всего мы потратили 915 рублей. Я считаю, что за эту сумму я получила, во-первых, массу позитивных эмоций, приятные подарки, очень классную коллекцию, которая действительно мне понравилась особенно. Я уже со вчерашнего вечера активно пользуюсь этим кремом для рук, потому что он у меня очень быстро закончится, потому что он просто волшебный. И вот такую вот мартышечку получить в комплекте просто-просто
Прелесть. Я надеюсь, вам понравился мой обзор. С вами была Сакура. Ставьте лайк. С наступающими вас праздниками. Всем классного настроения. Пока-пока.